там и ад, и рай. Нельзя сказать, это только зверь. И, значит, вот в присущей ему такой горячей, потирующей манере, он все это восклицал, мой коллега, он говорил о Сталине, что он во время войны церкви раскрыл, от него, мол, такая энергетика исходит, прямо в наше время проникает, мессию ждут, это он говорил. И все было бы, так сказать, хорошо в этих разглагольствованиях, если бы, так сказать, злодея назвали злодеем, чудовище чудовищем, палача палачом. Но нет, это вот очеловечивание, так сказать, вождя, это вот тот самый поверхностный ход, который внедряется в сознание и массового зрителя, и массы людей. Я почему это говорю? Потому что этот замечательный, на самом деле, режиссер имеет украинское происхождение. Вот. И он здесь очень уважаем, и уважаем в Москве. Не томите. Интрига. Уже же интрига. А ясно, все уже знают. Я думаю, что вы догадаетесь, если я опишу, что он, так сказать, некий... Я вот это и хочу сказать, что он творец некой такой театральной беспредельщины. Он и диктатор, он, так сказать, созидает на сцене некую такую смесь гламура и бутика, и так сказать, показывает такие фрески, живые фрески из Камасутры, и, так сказать, переодевает мускулистых мужчин в женское платье, и так далее, и так далее. Ну зачем? Тут не важно. Я сейчас говорю о другом, что искусство сегодня, и люди искусства, беззастенчиво, вот в искусство сегодня пришла безнравственность. Вот вы говорите о моральных принципах, это очень точно, вы закончили свое выступление. Вот мне кажется, что пока в обществе не воцарится желание правды, вот как вот, если оно не будет активным, если оно не будет прогрессировать, если оно если это желание правды не будет передано каждому отдельному человеку в обществе, вот в России или на Украине, ничего не сдвинется с места, потому что этой массой темной будут манипулировать, этой массой будут всегда управлять, и эта масса всегда будет превращаться в чернь, по выражению Пушкина, и всегда вот эта пустота будет царить в реальности, в реальной жизни. И какие бы ухищрения ни делали политики, политологи, ничего с этим народом нельзя будет сделать. Ничего с этим народом. Потому что он окажется прежде всего человеком массовым, по выражению Афанасьева. И тогда дело окажется гибельным. Вот искусство сегодня, оно плодит дьяволиаду, понимаете? Оно плодит пустоту, и эта пустота пустотой погоняет. Вот это самая страшная опасность, когда художники, мастера культуры, совершенно безответственно ведут себя в отношении обыкновенного простого человека, презирая его нужды, прежде всего духовные нужды. И получается какой-то культурный тупик, а тут еще и государство подбавляет. Вот вчера в газете «Культура» читаю, утонченный бюджет. Утонченный – это известно, это хорошее. Да. Вот, значит, Алексей Кудрин, министр финансов, ответил, что по сравнению с 2008 годом расходы на культуру выросли на 20,7 миллиарда рублей. А дальше другая цитата. «Наши оценки не совпадают с цифрами Минфина. Дело в том, что там подсчитано увеличение средств
не только на культуру, но и на СМИ. По СМИ бюджетные обязательства как раз увеличены. А вот в сфере культуры произошли заметные сокращения. Это уже говорит глава Думского комитета по культуре. То есть министр финансов вводит в заблуждение, грубо говоря, чтобы купить средства массовой информации, на это выделяются деньги. Вот Сурос вам выделяет, а там выделяется, значит, на 10 миллиардов, значит, меньше на культуру. Вот это реально. Вот госаппарат. Вот что? Триллион на госаппарат. Само собой. Ну, помните, сколько культуры? Ну, конечно. А зачем она? Она была по остаточному принципу в России, я не знаю, как на Украине она до сих пор. Но при этом закона о меценатстве нет. Я конкретно говорю. Ну, хорошо, государство не может нас содержать. В стране 700 государственных театров сегодня. 700 в России. Это великое достижение русской театральной культуры. Станиславский еще это начинал делать. Все они сейчас будут разрушены в ближайшие 3-4 года. Это грядет катастрофа этого сокровища театральной культуры, мировой, может быть, культуры. Потому что кто-то хочет завладеть легитимно. Понимаете, легитимно хочет завладеть этими помещениями, потому что все эти театры, естественно, в этой ситуации должны обанкротиться, и мы все будем ждать, когда же это вот произойдет. Это произойдет буквально на наших глазах. Все именем кризиса. Позавчера мне сообщили в Комитете по культуре, а я руковожу государственным театром, что никаких средств на новые постановки в следующем году выделяться не будет. Вам оплатят только за расходы, как они называются, коммунальные расходы. Понимаете? То есть речь идет об уничтожении на самом деле очагов культуры. Как хотите, а ведь есть музеи, они еще беднее живут. Артисты, которые могут стакан чая купить себе, понимаете, потому что он дорого стоит, больше 100 рублей, это все на глазах. Девочки, которые белье они могут себе купить. Вот это нищенство, вот это тяжелейшая реальность, понимаете, людей культуры. Вы говорите об интеллигенции, о ее духовных исканиях. Ну, как говорил Брехт, сначала накормите, а потом идеологемы, идеологии, лозунги, партии, понимаете, все это, очень... Ну, уничтожает буквально нас. Мы должны бить в колокол. Я не знаю, как по этой части обстоят дела на Украине. Думаю, что лучше. Я хочу сказать, и что и Украина разная, наверное. Я ехал в поезде, простите, личные эмоциональные впечатления передаю. Ты едешь через Харьков, ну, простите, твой вагон оцепляют сотни людей. Это какой-то Феллини, понимаете? Сотни людей с вот такими куклами, жирафами. Значит, понимаете, такой гротеск чудовищный. Это какой-то ужас. Они тебе хотят забодать игрушки, которые они сделали. Потому что с ними расплачиваются не гривнами, а игрушками. Понимаете? Это одна Украина, Харьков. Нищета, страшная нищета. Она видна, вот она. Вот она перед твоим носом. Понимаете, это стыд, стыд и страшно. И главное, это какая-то фантасмагория, абсолютная фантасмагория. Понимаете, значит, поезд приходит ночью, и вот ночью, значит, набрасываются сотни продавцов игрушек, значит, этих, на тебя. Я же приезжал и совсем недавно во Львов. А во Львове? Каких же? Ну, абсолютно западная, нормальная, нормальная жизнь. Вот вам другая Украина. Вот Украина, которая выбрала путь европеизма и так далее. Но! Вот вы говорите о европеизации, в которую вы войдете. Дай вам Бог! Но в какую Европу? Сегодня Европа на моих глазах, она же исламизируется. Вы к кому хотите? Она же завтра
окажется такой же жертвой нападения со стороны Востока. Понимаете, потому что сегодня, через год, через полтора, есть действительно, никто не говорит сегодня ни об Иране, ни об Ираке, ни о Китае, о том, что в Китае 12-миллионная армия. А вот сегодня кто-то мне сказал, а всего 6 миллионов россиян живет на территории Сибири. 18 миллионов. Ну, надо будет, они 36 миллионов завтра поставят под... Ой, не просто под ружье, а очень качественное ружье. У них и спутники, у них и ракеты, у них все есть. Все это наша граница. Да завтра все эти конфликты России, политические конфликты, не конфликты между народами нашими, я подчеркиваю это, а конфликты, вот, которые создали политиканы, руководящие, так сказать, нами, во всяком случае, вот все эти газовые атаки, весь этот маразм, понимаете, который ссорит действительно славянские народы с общей религией, это стыд и позор, это чудовищно, понимаете, за это придется ответить перед нашими потомками, обязательно кто-то ответит, понимаете, потому что это позор. И я очень хорошо понимаю Бориса Николаевича Ельцина, который, поняв это, остановил этот маразм, который возникал в тот момент, понимаете, мы не знаем, ну и народ не знает вот об этом, это же... Понимаете, вот что будет происходить? Все идет к тому, потому что близорукая политика, не понимают, откуда идет главная опасность. Вы спрашиваете, армия есть на Украине? А с кем она воевать-то будет? Я хочу задать вопрос. Она с кем? Вот она будет хорошая армия. НАТО. Войдем в НАТО. Ура! Понимаете, мы... Значит, а дальше что? Дальше России надо будет в НАТО вступать, чтобы спастись в этой будущей войне, которая, не дай бог, разразится над головами наших детей или внуков, а может быть через год или через два, потому что существует Пакистан, Афганистан, потому что существует борьба с неверными, и это объявлено, все мы будем неверными, в один миг объединится Украина и Россия перед лицом такой опасности после первого же атомного взрыва, понимаете? Потому что другого пути не будет. Вот это, может быть, я сейчас какие-то катастрофические прогнозы строю, не дай бог, но опасность же реальна. Или я, или не так, господа политологи, или я не так чувствую. Я обыкновенный гражданин, обыкновенный читатель, я не владею вашей лексикой, но я просто читаю газеты и смотрю телевизор, и прислушиваюсь к разного рода высказываниям разного рода безумцев, понимаете? Поэтому, да, наверное, нужна армия, только нужно определиться, против кого эта армия будет реально воевать в ближайшие 10 лет. Должна быть военная доктрина, стратегия, наверное, она есть, но сегодня это совсем не прозвучало за этим столом, согласитесь. А меня это очень и очень волнует. Вы хотели меня спросить о чем? Или прервать? Нет, что, закончить потом. Я, заканчивая, я хочу сказать, что, что вот безнравственность, которая пролезла в политику, пролезла в, и делает политиков политиканами, договоры становятся торгом, статистика, как говорил Черчилль, как там он говорил, что я сам эту статистику, да, я верю в статистику, если я ее сам сфальсифицировал. Но вот слово статистику давайте заменим на историю, понимаете, чуть-чуть переиначим. Я сам поверю в эту историю, если я сам ее сфальсифицировал. Понимаете, наверняка есть истина, она нам, грешным, всем подряд, конечно, недостижима эта истина. Хотя стремление к правде мы должны обязательно обнаруживать и никогда не терять.
Спасибо большое. Я единственное, что хочу сказать, что... Есть ведущий, я вас употребляю. Что я хочу сказать, что... Вот я вспомнил, я уже сегодня приводил эту фразу из записных книжек. Кто-то ей сказал, что где-то существует неслыханный разврат. Боже, как ее обманули. Кто вам сказал 12,5 миллионов? Китайская армия. Нет такой армии. Там 2,5 миллиона. Это не важно. Другое, другое дело, что могут под ружье поставить. Это дело. А это не важно, 2,5 миллиона. Это больше, чем живет на границе. Следующий расчет китайской армии. Ну, пожалуйста, господин. Так, давайте как-то проведем. Господин Пенчик, он быстрее. Да, но я хочу. Я хотел спросить еще об одном, напрямую. Тоже об этом так прямую говорить. А вот на Украине есть ли опасность фашизма? Фашизм, нет, фашизма как такового. Вообще есть понимание того, что есть фашизм? В России это животрепещущая проблема. Но мы нормальный народ, то есть у нас тоже есть такая опасность. Почему вы считаете, что какие-то... Мы нормальные люди, у нас есть скинхеды, у нас есть то и это. Нет, нет, я говорю знак просто здоровья. О национал-социализме, о фашизме. Гитлеровского толка. У меня ответ даже есть. Конечно, есть. Это есть или нет? Или есть это опасность? Это же вопрос немножко по-другому задан. Ну вот я вот так задал. Спасибо, да. Пожалуйста, позвольте. Ну, секунду, чтобы у нас было не просто вот перекладывание. Да, мы же как-то мыслим и слышим, что нам сказали, как-то отреагируем, хотя бы очень коротко. Поскольку я ведущий, то я не буду злоупотреблять. Мне кажется, что у нас на самом деле очень много накопилось вопросов, и мы уходим за рамки, потому что это очень актуальные вопросы. Первое. Второе. Когда Марк Григорьевич говорит о том, что нет морали, о том, что без морали ничего не получится, вот я как философ могу сказать, что именно это является самой фундаментальной проблемой, потому что любая культура – это определенная иерархия ценностей, и что-то второстепенное, первостепенное, высшее. С тех пор, как был утрачен Бог, новая система ценностей не выстроена. А сегодня мы идем к культуре постмодернизма, полной релятивизации всех ценностей на Западе и на Востоке. Это полная деградация на самом деле. Это и есть глубочайшая проблема, но это просто отдельная тема. Теперь один вопрос к вам, к украинским друзьям, и один ответ, поскольку я получил уже вопрос. Вопрос следующий. Вот Марк Григорьевич привел слова известного режиссера, который вот у нас фактически прославлял Сталина. Вот у меня вопрос, скажите, пожалуйста, возможно ли у вас по не какому-то там малоизвестному каналу, по первому, по второму выступлению какого-то известного человека, который будет у вас прославлять Сталина? Это возможно? Нет. Нет. Вот это самое ценное, что, чего вы добились. У нас мы гибнем от сталинизма, не фашизма, а сталинизма. И последнее, и в связи с этим, вот я нет, коротко. Вы только поймите меня правильно, я не борюсь, но против Виктюка, поверьте. Отнюдь нет. Я сейчас говорю, это поверхностное просто, как сказать, это ля-ля-бу-бу, вот чумужество. Это очень показательно то, что произошло. Это маленькая деталь, которая отражает суть. Здесь он этого не скажет. Дорогие, вот просто вопрос, который я одной фразой воспроизведу, он не подписан, но это мне не важно. А, я не понял, да? Вот. И вопрос, смысл которого следующий. В России плохие технологии, плохие достижения науки, может быть лучше, да, может быть нам лучше геть от России, от Москвы. И вот и весь ответ, да. Значит, я отвечу коротко, это большой вопрос, на самом деле ответ на мой взгляд очень короткий. Я могу понять такой вопрос, я могу понять такой ответ, но два возражения. А вот я о вас думаю, а вы обо мне думаете? Вы понимаете, вот просто обо мне и о таких, как я. Вы понимаете, что в России таких немало. Вы понимаете, что для меня надежда – это вы. Я для этого приехал, потому что я хочу использовать украинскую демократию для России. Если вы нас скинете, значит, там будет еще больше агрессии, во-первых. А во-вторых, если вы кинете эту оголтелую шайку, которая всем заправляет, гбистскую, да, то нам всем будет не сдобровать, потому что они сильны.
Поэтому выход не в том, чтобы бежать на Запад, с моей точки зрения, а в том, чтобы попытаться вместе отстоять Россию, историю, Украину, и бороться со сталинизмом и коммунизмом. Я так не думаю. Я обратите внимание, с российской стороны народ выступал, говорил, как правило, про Россию. Критически про Россию. И ни слова не говорю про Украину. Ладно, не будем говорить. Это очень важно. Надо. Почему? Я не хочу обидеть никого. Нет, просто взрослые люди говорят в основном про Россию, рассказывают нам с Украины. Я думаю, мы завтра будем рассказывать про это. А сегодня мы хотели услышать от вас про Украину, а вы с нами про Россию нам рассказываете. То есть я думаю, что выступление, я еще так говорю, из России выросла Финляндия, которая является самой передовой. Из Советского Союза мы все. Так вот, Финляндия уцелела, потому что Финляндия проводила, выражаясь современным языком, политику многовекторную. Она никогда не орала. Она, эту Россию, да, этот Сталин, Ленин, да бог с вами, там, с Брежнев, на себе делали то, что нужно. Это было в 91-м году. Тоже посол, тоже первый. У меня короткое выступление, я закончу даже предложением, но вначале я вот о чем хочу сказать. Вам перед обеденным перерывом дарили книжки от газеты «День», и недавно эта газета провела такой опрос среди довольно авторитетных людей Украины. Вопрос задан был, какую Россию я люблю. И вот что получилось. Получилось, что в итоге с любовью говорили о культуре. С любовью говорили о русской литературе, о русской музыке и, в общем, о культуре. Я думаю, это очень важно, что сфера любви – это культура. Культура – это самая такая надежная сфера любви, мне кажется. Потому что, когда речь зашла о политике и о государстве России, тогда уже о любви было говорить сложно всем. Потому что там уже речь не в любви, а, мне кажется, во взаимопонимании. И вот я хотел бы сформулировать вот те две главные проблемы, которые касаются симметрической Украины и России. И обе они связаны с одним и тем же понятием, которое звучало несколько раз. Это слово, это понятие идентичность. Мне кажется, что главнейшая проблема. То есть Россия ищет себя очень болезненно, и Украина ищет себя не менее болезненно, если не более болезненно. Но это одна и та же, собственно, проблема, но только в зеркальном ее отражении. Проблема украинская главная, это проблема, которую я назвал бы дефицит самодостаточности в головах украинских политиков и чиновничьего класса. У нас, к сожалению, до сих пор не выработался, не сформировался политический класс и класс государственных чиновников, для которого бы общенациональные интересы были бы выше интересов партийных, частных и собственных амбиций. Амбиции у наших политиков бешеные, и они готовы в огне собственных амбиций сжечь все. Есть довольно много украинских политиков, которые обслуживают не украинские интересы, в том числе и российские интересы. Это очень видно по работе нашего парламента. В этом смысле, я думаю, Россия имеет преимущество, потому что, по-моему, такой аномалии там нет. Вслед за этим я бы сказал, что еще одна головная боль Украины вместе с вот этим дефицитом самодостаточности, или как его называют еще комплексом второсортности, я не хотел бы об этом говорить, именно так говорить, но очень важной является проблема отсутствия консолидации по главным двум-трем вопросам. У нас нет таких ценностей, вокруг которых бы сплотилось бы все общество и весь политикум. Но политикум, он в общем-то популистичен, он заигрывается, он не хочет вести за собой, он в основном пытается заигрывать с народом, с электоратом, и таких ценностей, к сожалению, у нас нет. Я имею в виду и внешнеполитические ценности, то есть мы все время мечемся между НАТО и Россией и не можем ответить на вопрос, что же мы хотим. У нас нет внутри политических таких ценностей, которые касаются экономики, там рынок, если рынок, то какой. У нас нет консолидации по вопросам об исторических ценностях. Все поделено пополам, практически история в том числе. Но дальше я скажу о России. Как это мне представляется? Мне кажется, что главная беда России, то есть Россию больше всего мучает, а я говорю об идентичности, мучает синдром утраченного величия. Синдром утраченного величия. Это, причем любопытно, что этот синдром, что это представление о собственном величии государственном в российском сознании или в русском сознании, лучше сказать, почему-то все время на протяжении веков связывалось с пространством и страхом. Вот я выписал две очень известные цитаты, одна известная, а вторая, я думаю, нет.
Будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние близкие народы, поднимается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. Это финал Тараса Бульбы. Обязательно должен быть царь, должен быть православная вера, и должны быть народы, которые покоряются. Вот эта жажда поглощения, подчинения, покорения других, вот это связано с понятием самосознанием и представлением о собственном величии. Пространство и страх других передо мной. А вот вторая цитата, я думаю, не очень известна, хотя автор этих слов очень известный человек. Он спорил с Николаем Данилевским, который однажды высказал мысль, что Константинополь должен стать общим городом всех восточных народностей. Это Данилевский. А ему отвечает Федор Михайлович Достоевский. Что значит всех? Есть право Гулливера. Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок, и остаться нашим навеки. Одним нам он должен принадлежать, а мы, конечно, владея им, можем допустить в него и всех славян, и кого захотим еще сверх того. То есть вот этот синдром утерянного величия, утраченного, это своего рода очень опасный синдром Гулливера, который чувствует все время как какие-то комплексы и мучает себя, и, мне кажется, иногда других тоже. Я бы это сравнил с фантомными болями, потому что нога уже отрезана, а все время она еще болит. Свое уже давно стало чужим, оно еще продолжает казаться своим. И отсюда то, что я бы назвал русскими истериками, которых не меньше, чем украинских истерик. Вот, скажем, появляется тема НАТО в связи с Украиной – истерика. ГТС – газотранспортная система – истерика. Черноморский флот – истерика. Поместная церковь – истерика. Голодомор – геноцид – истерика. И Верка Сердючка, когда запела на Евровидении «Russia Goodbye» – опять истерика. У каждого есть свои истерики, поэтому я заканчиваю я еще забыл сказать о том, что мне кажется, вот еще в поисках себя Россия возвращается в 1832 год к Сергею Семеновичу Уварову, который провозгласил свою знаменитую триаду православие, самодержавие, народность. Вот, мне кажется, что то, что делает правительство Путина и нынешняя политическая власть, это есть возвращение к триаде Уварова по всем признакам: православие, самодержавие, народность. Я знаю, что был такой факт, и об этом я читал. Владимир Владимирович встречался незадолго до смерти Солженицына с Солженицыным. Когда он умер, Солженицын, Путин сказал фразу, что мы строим Россию по Солженицыну. Это похоже. И он дружит с Михалковым, это тоже все очень красноречиво, если говорить об этом векторе главном, который касается вот этого синдрома утраченного величия и желания восполнить его, восполнить за счет пространства и за счет страха других передо мной. Поэтому я заканчиваю предложение. Мне кажется, представляется, что помимо тех предложений конкретных, которые уже прозвучали, в частности из уст Виктора Шендеровича, конечно, было бы хорошо, если бы мы создали книгу «Россия, Украина, двоеточие. Как избавиться от истерик?» Это, мне кажется, очень важно, если бы профессионально ответить на этот вопрос. Это важно. Как в свое время сыграли роль вехи в 1909 году, 100 лет назад, так и сейчас такая книжка тоже не осталась бы без резонанса. Только мне кажется, что было бы хорошо, опять-таки, по зеркальному принципу, о русских истериках написали бы и русские, и украинцы. И об украинских истериках тоже, с двух сторон. Тогда бы, мне кажется, было бы объемное и более объективное видение. Для этого надо иметь де Голля и де Наура, как между Францией и Германией. Спасибо. У меня тоже короткая реплика. Я вот что хочу сказать. Ответ на ваш вопрос на самом деле существует. И эта путаница, вот когда вы говорите об имперских амбициях России, это ошибка. Почему? Вот если мы примем, есть разные подходы, разные концепции, если мы примем, что тысячелетняя Россия – это одно, то возникает ответ. Россия действительно занималась экспансией до конца 19 века. С конца 19 века экспансия прекратилась, и началась программа обустройства качественного роста. Вот и уже русский генштаб в 1903 году принял резолюцию об окончательности границ, никуда не собирались расширяться. Падение тысячелетней России, приход большевизма возродил идею экспансии, мы раздуем пожар мировой церкви, теперь мы сравняем землей. В России этого уже не было, поэтому надо избавляться не от России и российскости, а от советскости.
Россия перешла бы к обустройству качественного роста, никого уже не собиралась захватывать. И вообще мы все-таки смешиваем, когда мы оценки 19 века вписываем в 21-й. Надо учитывать, что вы не знаете, как бы Достоевский рассуждал, если бы он был сегодня. Понимаете, 30 тысяч лет назад все люди занимались каннибализмом. И мы это знаем. Когда мы в холодильнике Жан-Батист Бакасы, императора Центральной Африканской империи, нашли человеческое мясо, у всех волосы дыбом стали. Да? То есть нельзя... А там это было нормально. Поэтому нужно исторически оценивать, а не переносить буквально те лозунги, формулы и принципы, которые были в 19 веке, в 21. Ну, беда в том, что это все очень хорошо сохраняется. То, что говорил Достоевский, я вот читаю его, и такое впечатление, что я слышу Владимира Вольфовича. Это очень подкладывается друг на друга. Я хорошо знаю. Пожалуйста, Александр, который был главным организатором. Спасибо за обязание. Я прошу прощения. Вот. Пока здесь господин Чубайс продолжал продвигать свою теорию любимую, господин Шаравин вышел, а я как раз... Я слушал внимательно. Да, я думал, что мне придется вам в коридор кричать. Вы совершенно справедливо заметили, что представители украинской стороны очень часто рассказывают россиянам о России. О российской политике, о российских реалиях, о российских фантомных болях и так далее. Да? Я призываю украинскую сторону тормознуться чуть-чуть, рассказывать о нас, об украинских проблемах, о том, как мы видим российско-украинские отношения. Ну, это я обращался... Украина-Россия. Это я обращался к украинской стороне. А теперь я два слова скажу российской. Представители, знаете, простите нас, пожалуйста. Я могу просто обратить внимание, почему такая неадекватная с нашей стороны реакция. Мы же получаем информацию от Москвы и из России примерно столько, сколько и украинской. У нас в голове два полушария, одно российское средство массовой информации, другое украинское. Поэтому разделить одну от другого некоторым участникам бывает трудно. Вот я, собственно, Значит, профсоюз, я просто вкратце здесь, профсоюз этот создан на волне шахтерских забастовок и поддержавших эти шахтерские забастовки московской, в основном, и питерской интеллигенции. Институты и прочие, которые деньги собирали, митинги устраивали, людей на улице выделили. С самого начала этот профсоюз и вместе с тем, будем говорить, организации, где в России, то, что вы знаете, и в Москве. И демократическая платформа, все они стояли, будем говорить, на правых позициях. Все они полностью поддерживали Ельцина, все они полностью поддерживали Гайдара. И на таких позициях все время стояли. Ну, пока вот не наступила трагедия, и, в общем, я не буду очень долго говорить, это полные потери авторитета демократии. Значит, сегодня, все этот профсоюз, в общем, он ориентируется, у него левый крик. Серьезнейший левый крик. Потому что другого выхода нет. Потому что нас, люди, наемные работники, прочие поддерживают не будут. По поручению совета, значит, я выполняю работу по связи с общественными и политическими организациями. Но теми, которые близки к нам. Значит, близки к нам правозащитные организации, это защита прав граждан, содействие защиты прав граждан, и там это можно, значит, меня там избрали вот недавно заместителем председателя. Дальше близкая организация Социал-демократический союз. Дело в том, что практически все руководство, весь актив ВКТ считает себя социал-демократом, несмотря на то, что у нас очень много претензий к социал-демократам. Поведение, политики и прочее. Мы считаем социал-демократами, поэтому я, так сказать, откомандирован. Я и член исполкома, и член Советского Союза. Ну и, наконец, теперь у нас созданная организация под громким названием «Солидарность».
Значит, обо всех об этих организациях, если у вас будут вопросы, я вам, так сказать, могу квалифицированно все рассказать. Я вхожу в солидарность, которая. Ты в солидарность с тобой там есть и были. Да? Ну, кстати сказать, это, на мой взгляд, самая слабая организация, ну пока так. Ну ладно, это. Вот, ну и когда я, то, что я сюда приехал, я не имею поручения представлять хотя бы одну из этих организаций. Для этого нужен совет поручен. Но я говорил со всем руководством, с каждой из этих, я говорю с руководством, мне сказали, говоришь, поезжай, ради бога, приедешь, расскажешь. Вот мы будем тогда думать, что и нам как и дальше делать. Дорогие друзья, у меня полная трагедия, я не знаю, что рассказывать. Мне очень тяжело. Я не представляю, что рассказывать, потому что у меня такое впечатление, что вы не совсем представляете, что происходит в России. Значит, вот эти организации, о которых я говорил, это, конечно, явная личность. Но это активное, боевое, если хотите, революционное меньшинство. Вот все вот эти вот организации. Тихо. То, что раньше ничего в жизни, вот этот весь период провала демократического движения, сейчас вновь идет рост. Я вам даю слово, минимум три раза в неделю мне приходится организовывать или пикет, или мелкие демонстрации, или готовить эти демонстрации. Три раза в неделю. Количество людей непрерывно, раньше бабушки только выходили, только вниз. Сейчас же молодежь к нам. Вот у профсоюзов еще раз, ну, к великому сожалению, я и сейчас этим боюсь, считалось профсоюзом, ну, к черту все эти политические партии, они нас подвели, на них ориентироваться не будем, вот наша задача защищать на ее правду. Больше ничего. Только на ее правду. Кстати, администрацию профсоюзы не принимают, работодатели профсоюзы не принимают, чисто по задаче. И вот только сейчас, в последнее время, все-таки выхода нет. Несколько стали даже эти блоки с политическими организациями. С какими политическими организациями? Для вас это будет неинтересно. Ну, во-первых, вперед. Во-вторых, антиглобализм. Вот я передал вам книжки две. Очень хороший, на мой взгляд, очень хороший журнал стали выпускать. Совсем советуем. В общем-то, это, будем говорить, сторонники четвертого интернационала. Еще проще по нашим троцкистам. Значит, вот эти организации теперь крайне солидарны с новым профсоюзом. И там молодежь, если не здесь, почему она нас очень интересует? Это сплошь, это институтская молодежь. И наша задача, также точно я тоже бьюсь и в этой солидарности очень поддерживаю. И у социал-демократов, ну там разные мнения. Сегодня в парламент пробиться нельзя. А если и пробьешься, то только сверху. А сверху это будет очередная солидарность. Ну не солидарность, а это самое, как его... Единая Россия. Единственная Россия, да, это справедливая Россия, которая все равно сверху. Бессмысленно. Наше место улица, наше место предприятие, наше место учебное заведение. Вот только с этого, окрепных, сумевших выводить людей на улицу в массовом порядке, а это все равно случится. И это нарастает вот как ком. Уверяю вас, довольно быстро. Только так мы сможем обрести какой-нибудь успех. То, что здесь говорилось, ну, борьба. Если, ради бога, задавайте вопросы, вы меня не перебьете. Если я надоем, я обижусь. То, что здесь говорили, говорили НАТО, говорили это самое Грузию, говорили чего там, не знаю. Ну да, пост этот сам, Украину, постславянизм. На всех пан. На этих заседаниях, да, поддержка, пан, славянизм, господи, на всех совещаниях. Я присутствовал на каждом съезде, ВКТС его основания. Я присутствовал на всех съездах правозащитной организации, я присутствовал на всех съездах социал-демократов. Я вам скажу еще одно, ну это уж, так сказать, между нами по-товарищески, все съезды качаются пьянкой. И поэтому уж там откровенный разговор идет, то есть рабочие и всех контрактов. И эти вопросы никого не интересуют. И напрасно думать, что он националист,
Ну, смех и все, а у нас в России газ, а у нас газопровод. Вот такие вот, значит, не волнует, это не злит, это когда было вот этой самой кампании против Грузии, часть людей, ну это в основном интеллигенции, подевали эти самые какие-то плакаты, я грузин, ходили по улице. Значит, этот вопрос, я еще раз подчеркиваю, это узкий чулок. Раньше этот вопрос не волновал, а сейчас вопрос не волновал. Но он наворачивается и начинает поддерживать. ФНПР, все профсоюзы, я ругаться не люблю, это просто административные профсоюзы, которые поддерживают администрацию. Вот он будет. У них, значит, там кричит этот шмат, а то 40 миллионов, 20 миллионов. Действительно, говорят, там много служб. Поступил там на работу. Вот и готово, и себе 1%, вообще-то 4%. У нас это все добровольно. Раз. Наш союз, я считаю, это страшно. Наши союзники, я член Координационного совета, вот, союза, КТР, это транспорт. Ну а транспорт, как говорил Владимир Ильич, это самое костюмер, ну там почта, телеграф, там транспорт держается, что они, это самое главное искусство. Ну вот, ну, а, он говорил, нет, и знак важнейшим кино и цирк. Кино и цирк, вам говорил, про цирк забыли. Кино, потому что народ должен без грамоты. Цирк тоже без грамоты, и очень хорошо подает человек. Не в этом дело. Вот такое положение. И в принципе вот то, что есть. Вот ждать осталось недолго. Ну, я не могу сказать, долго, недолго, это обстоятельства. Что еще есть? Ну, что есть? Что говорили, предлагается? Ну, во-первых, надо бороться с враньем. Ведь то, что у нас творится, все три канала телевидения, не берут их в толк, поверьте, смеются над этим то, что есть. Опять это как-то, что то, что там собирают постройну, про Грузию, не знаю, что... Это никого не интересует, вы же сказали, ну, зачем это? Наплевать на это, значит, нечего это волноваться. Все знают одно, враг внутри. Вот с ним-то и надо бороться. Вот это ты и есть. А в чем отражается вот это вот, если накапливается, нет. Абсолютно согласен с Юрием Николаевичем. Во-первых, поляризация, второе, так сказать, унижение государства человека. Ну, это каждый раз государство человека. Но в России это уже очень поразительно. Значит, вот это то, что есть. Чьи интересы, сколько ни есть, у нас все-таки, учтите, классовая политика. Мы отлично понимаем, что класс-то существует, чего бы не говорил. Чьи интересы защищает нынешний Примаков? Ну, посмотрите, чей успех? Не считав все время в лист, ну еще когда на этой нефти сильно зарабатывали, чуть-чуть чего-то не помогли. И успехи у нашего правительства, и успехи дяди Путина, вот начиная с 2000 года. Вышел на второе место. Он миллиардер. Чего? Он миллиардер, он обогнал все остальные страны. Чуть-чуть Америку, вот где подпираем, там подпираем. Господи. Слушайте, полбюджета воруют, разве это не успех, и все спокойно. Ты можешь спокойно, и то, что я сказал на администрацию, у нас сейчас чиновничество в России в два раза больше по численности, чем было в России. И на них принят закон, и принят закон, вот что сказать. Я вот выписал от этого 4-го года, чисто путинский закон, ну, я могу зачитывать. И Бога то, что есть, но поверьте, страшный, невиданная штука, ведь все-таки у нас очень много пенсионеров. Причем этим пенсионерам многие работают. И вот мы не постановили, сейчас еще не знаю, зарегистрируют ли вот этот самый контур, это тоже не учредительство, это даже ну, я сейчас закончу. Просто шутка. Значит, новый профсоюз пенсионеров. Ну, это еще профсоюз, это группа, нужно было просто союз. Мы постановили, создаем профсоюз.
пенсионеров около 30 миллионов. Мне очень хотелось бы узнать, как в Украине, как у вас с этими пенсионерами, потому что у нас не видно, у нас два закона. Один, вот я не знаю, у вас, наверное, все-таки не так. У нас один закон, который был, и потому у нас пенсионер получает в среднем 4 тысячи, ну, я вот, так сказать, тоже пенсионер, но я получаю около 9, там у меня, я вышел с большой группы. Ну и все. А другие пенсионеры, которые вот по этому закону путинскому, получают 75% от потерянной заработной платы. Следовательно, если у депутата Государственной Думы ныне 100 тысяч, а теперь говорят, мало, говорят, надо прибавить еще 50, то уж по крайней мере он получает 80 тысяч. Значит, один пенсионер, причем независимо от стажа, один, как проработавший 50 лет, получает в среднем 4 тысячи, пусть 8, а другой, как только вышел, вот тоже этот самый председатель, ну, зампредседатель профсоюза, вы сами, если вы ни одного дня, ни одного дня не работал на производстве, сразу говорю. Вот он будет получать 75 тысяч. Большое спасибо, что выслушали, что... Все нормально. Никого не интересует российско-украинские отношения в России. И, наверное, у нас должны быть симметричны. Нет, почему? Даже очень интересует. Нам ВКонтакте надо быть еще как вот с вашими союзами, вот с вашей интеллигенцией, вот с вашими шахтерами. Мы же начинаем шахтеры. Александр. Я думаю, что если вы будете брать слово так, как сегодня, так часто, как сегодня, то наши российские друзья могут вообще сюда не пойти. Все, тогда я предложение. 10 часов.